Привет, друзья! Вы находитесь на канале iHouse Термоплюс. С вами Олег Кузьмичев. Мы занимаемся строительством высокоэнергоэффективных домов класса А, монолитных домов. И также монолитные дома, когда отливаются, они требуют к себе особого внимания в плане инженерки. Кто хочет посмотреть про инженерные коммуникации, подсказка здесь. Инженерные коммуникации и посмотреть, что, где, как можно заложить, кто строит монолитный дом своими руками. И дальше можете даже усовершенствовать нашу систему. Также проблема в монолитном доме, как заложить систему вентиляции, вытяжки обыкновенные. Мы закладываем, применяем трубы, серые, рыжие, без разницы, канализационные 110 мм. Почему мы не применяем 160-ю трубу? Наверное, всем понятно, у нас толщина стен 150 мм. Почему мы не применяем вентиляционную трубу? Потому что она мягкая. Ее сожмет бетоном. Мы стараемся все трубы вентиляции, всю инженерку, если вы видите на плане, спрятать в тело бетона. В дальнейшем заказчику мы уже отдаем готовую монолитную коробку с подготовленными инженерными коммуникациями. Да, этого не хватает, потому что надо нам закладывать трубы 125 мм для вентиляции. Но если не хватает, можете параллельно две трубы заложить. И в дальнейшем у вас высечение увеличилось. Так как диаметр труб 110 мм недостаточно для вентиляции, мы ставим две. Ну и также мы посередине еще ставим канализационную трубу. Если у человека будет какой-то вентилятор крышный на крыше, для управления этим вентилятором, это у нас будет слабая точка. Когда мы выходим уже на холодном чердаке, у нас там могут быть соединения уже со 125 диаметром. Это могут быть крышные вентиляторы, крышные вытяжки. Вся проблема, как эти два диаметра соединить. Они не подходят. Теперь смотрим, как со 110 перевести на 125. Для начала я вам покажу, что эти трубы, они несовместимы. 110 и 125. Чтобы нам их соединить, в природе нету переходников, от слова совсем. Есть переход на чугун. 110 на 124. 124 тоже все-таки не хватает до 125 диаметра. Для этого нам нужен соединитель вентиляции. Вот этот соединитель вентиляции можно, конечно, он с натяжкой, но вставляется. Разумеется, можно там смазать маслицем, но он входит. Тяжело, но входит. Выглядит это будет уже так. Вот мы его вставили. Дальше у нас идет стыковка с трубой вентиляции. Я одной рукой, из-за этого у меня получается медленно немного. Вот мы вставляем ее. Вот у нас так выглядит это все. Дальше мы уже соединяем, стыкуем с трубой канализации. Вот так это у нас выглядит. Дорогие друзья, станьте спонсором нашего канала первого или второго уровня. Скажите свое спасибо за это видео. А также подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео. С вами был Олег Кузьмичев.